Так, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импал, да. В прошлой серии мы завершили то, что у нас есть теперь серьезный тиранозавр, который наносит до хрена урона. Да, да, мой малыш, так и есть, давайте. А что будет из тебя взлететь? Да, серьезно, серьезно. Серьезно, ты злишься? Так, джатки собираем. Как вот в новости захожу. Новых турниров у нас нет. Есть там какой-то особый набор для VIP, там событий идет. Но нас это не касается, у нас нет VIP-а, это мы вот в прошлом выпуске получили. У нас плавает. Так, деньжатки. Отлично. Мне вот устраивает вот в этих вот местах то, что тут неограниченное место для водоплавающих. Хотя нет, стоп. 16 из 33. Да, место ограниченное все-таки. Ну что ж. Давайте закажем еще еды ему. Моему монстру. Вот ему 32 уровня. Урон даже повыше идет. Ну жрать ты, конечно, даешь. Я представляю, сколько жрет Индоминус Рекс, который из тебя выйдет. Так. Бесплатный набор. Ладно, ништячок. Мне было написано задание. Заведите 15 амфибий. Давайте выполним. Задание, только зачем мне именно таких сложных амфибий-то вы даете завести? Где там обычная? Самую дешевую амфибию давайте. Вот эту. 15 амфибий, что? У вас на ДНК только продавать амфибии несчастные. Задание выполняю, да. Так, плюсик. Так, стоп, ты уже тут делаешься, да? Ускоряем тебя. Мы сейчас потом весь закон амфибии на ДНК продадим. Сколько там еще амфибий? Давайте, давайте, амфибий мне побольше. Я себе новый уровень хочу, хочу новую схватку за нового динозавра. Скоро вообще набор карточек получить буду на 75 уровне с бои. Это у нас уже какая амфибия? А, нам еще немножко осталось. Жалко мне, конечно, баксы тратить, ну ладно. Еще давайте. Амфибию мне. Охренеть, я, конечно, ударил, трачу ДНК в пустую, на хрень какую-то. Мне жить отплатить, наверное, ДНК поменьше. Мне же ДНК бы еще пригодилось. На моего монстра, как говорится, на Индоминус Рекса, а я тут амфибиями все засираю. Ну ничего, Индоминус Рекса мы сделаем. Мы его сделаем. У нас уже тиранозавр 40 уровня скоро будет готов. Самое главное его откармливать. И все будет тогда хорошо. Если его не кормить, он обидится. Блин, охренеть, я сейчас задолбаюсь, наверное, продавать этих амфибий. Когда уже закончится, уже баксов просрал. Нормальное количество. Задание какое-то. Ой-ой-ой.
Вот так прикол. Как мне треску отключить? Блин. Чё? Экран потрясли зачем-то. Я экран шатал. Блин, охренеть, я закупал тут дерьма. Хотя раньше это дерьмо было и полезное. Но сейчас это просто полное дерьмо. Последняя амфибия осталась. Все. Выполнил я задание, короче. Отлично. Так что, Клэр, как я добрался до башни, до центра управления? Очевидно, пешком. Пешком в такую бурю? Да вы с ума сошли. Магнитная буря, обездвиженный наземный транспорт и вертолет, а значит, вы шли пешком. Разумеется, вы правы. Я просто играл с вами в угадайку. При всем уважении, сэр, у меня нет времени на игры. Кажется, что прогулка между башней и центром управления пошла мне на пользу. Будь не близки, я рада, что вы не замерзли по дороге. Это было так вдохновляюще, первобытно, без технологий, без связи с другими людьми, без систем, поддерживающих на наше хрупкое сообщество лицом к лицу с целым миром. Далекие динозавры отзывались ревом на каждый мой шаг. Это было пугающе, но восхитительно. Понимаете, о чем я? Думаю, да. Покормите 15 динозавров, соберите. Я даже знаю, кого я покормлю сейчас. Раз. Смотрите, как он лопает. Ам-ам-ам. Ладно. Тебя покормим. И тебя покормим. Тебя покормим. Покормил же я. Серьезно? Ну, давай еще и тебя покормим. Какого? Я ж покормил. Вот. Чё ты не считаешь, эй? Одних и тех же нельзя, что ли? Давайте эту кормили. Тебя давай покормим. Вот интересно, кстати, на твою анимацию посмотреть. Интересно. Так, тебя надо откормить. Бизнес-центр. Тебя покормим. Вау. Анимация прикольная. Интересная анимация. Ну, монеты мы соберем. Ну что ж. 35 уровня у меня нет, да? Ну ладно. А что у меня есть? А, точнее, я же хотел этих продать. Возвращайте мне все мое ДНК. Все идеально. Вернули мне ДНК мою с процентами. Такс. Гоу, что ли? А что у нас насчет усиления?
Насчет усилений. Давай. Что за баг? Ты же откормленный, какого хрена? Давайте отмену дрессировки сделаем. Баг какой-то. Так. Ну что ж, напугаем нашим тираннозавром могучим. Вот он, самый мощный, самый сильный, драгоценный мод. Моя любимая команда, я ее вспомнил. Самый мощный, самый сильный. Интересно, будут ли гибриды, связанные с птеранодоном, или гибриды, связанные с гибридом, чтобы получить новую вещь. Ой, испугал. Ты видел, какой у меня тираннозавр? А стоп, у тебя у самого, да, такой тираннозавр? Мочи. На тебя, ебальничек. Дальше собака. Все так. Полетел. Съешь меня. Нет, не ешь меня, солнце. Крепко мы отхватили. Очки лучше добавляют, и меня волк. Красавчик, всю атаку на меня тратишь, дебил. Ну что, тираннозавр 40 уровня против тираннозавра 32. В принципе, неплохо. Тридцать второй уровень побеждает 40-й. Смешно. Давай, мочи меня, мощара. Давай, мочи меня, лощара. Лощара, мочи меня. Красавчик просто. А теперь пока. Вот лощара. Так, надо бы какой-нибудь набор выбить за этот бой. Дай мне набор. Рандом. Ну ты говно. Так. Гоу еще. Вообще. Прикольно же. Лимнарин, кстати, почти мой тираннодон догнал. Так потратил бой. Сожри его. Ой, дело тираста. Жри. Нас, слабый.
Ой, я так и знал, что ты меня будешь бить. Говна кусок. А сам себе щит небось поставил. Ну, давай я тоже буду по таким правилам. Ой, а вот этот уже мне нравится. Поставил собаку. А я так и знал, чё? Собака ты некрещенная. Хитрая жопа, ну ладно. Знаете, хитрая задница. По ебальнику. Давай, давай, зажри меня. Собак ты крещеная. Все, прощай, урод. Однако. Это была великая победа. Набор, набор, набор! Набор! Почти! Почти набор нам выпал, дорогие друзья! Почти! Так, ну-ка, давайте тут еще бой закончим серию. Всех победит, если я устраню вот этого вот урода. Не так, да ты бесчета. Я прекрасно. Ах, ты ж меня. Ты меня заставляешь вынудить на атаку. Хотя, вот сейчас ты ее получишь. Или я лоханулся? Да, я лоханулся. Ладно. Собака некорещенная, не смей. Вот ты ж. Я просрал, походу. Да, я просрал, это пиздец. Блять, я его еще не добил. Твою мать. Это пиздец. Если я своим кальмарчиком сейчас затащу, это будет просто жесть. Только вот этот вот я проявляю, это ж пиздец. Ну что ж, ван, дорогие друзья, с вами был Тутемпаут, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, друзья, всем пока.